На островке безопасности на кругу у Георгиевского собора дежурят сотрудницы ГИБДД. Сегодня они останавливают прежде всего водителей мужчин. Как обычно, проверяют документы и в преддверии Дня защитника Отечества вручают им открытки со стихами собственного сочинения. Конечно же, вам безопасно дорог. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо. Эти акции, конечно, они всегда несут добро. Люди улыбаются, водители благодарят. Им очень приятно. Мы желаем, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Во время акции для водителей предусмотрен еще один подарок. За мелкие нарушения, например, за непристегнутый ремень, их не штрафуют. В предпраздничный день мы ему делаем замечания, предупреждения, напоминаем о правилах дорожного движения, желаем хорошей дороги дальше. Такие акции в Одинцовском городском округе проводятся ежегодно. Это часть профилактической работы ГИБДД в обеспечении безопасности на дорогах. Очень приятно. Приятные девушки, красивые сотрудники ГАИ. Поэтому очень приятно, что на нас обращают внимание. Так что я ладно. Спасибо всем. Инспекторы напоминают о правилах дорожного движения и детям-пассажирам. Для них также предусмотрены свои подарки – световозвращающие фликеры. Не нарушая правила дорожного движения, с наступающим праздником! Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».